Люди в Шиве, дети уже в Шивы приходят. Вот. А баню закрыл Дьяров, глава администрации. Такое редкое, казалось бы, для современного человека заболевание, как педикулез, для жителей поселка Ленина-Кокушкина стало уже рядовым явлением. Причина массового появления этих паразитов на малой родине Ильича местное население сводит к одному – к отсутствию элементарных санитарных условий. 1 ноября 2013 года была закрыта единственная общественная баня в поселке. С тех пор местные жители, а это порядка 4000 человек, гигиенические процедуры выполняют по мере своей финансовых возможностей. 10 тысяч пенсии получаю, а еду пестрицы, такси занимаю 150 туда, 160 рублей баня, обратно 160 рублей. Где я возьму денег-то столько? Вот сейчас муж стал инвалид, тоже. Он бы тут пошел, помылся. Всю жизнь свою положил в этом совхозе. 44 года работал. Неужели не достоин он бани? Им бы хоть одну общественную баню, да на весь поселок. Но, по-видимому, для Пестричинского района это непосильная роскошь. Социальное расслоение общества – вот он, характерный признак Пестричинского района. Где кому-то лубяную избушку построить не по силам, а кому-то и царские хоромы малы. Вот пригородный поселок Званка. От Казани всего-то километров 20. Здесь уже давно обосновалась местная элита. Сам глава района Эдуард Дьяров здесь имеет небольшой коттеджик по меркам местного бомонда с выходом на озеро. Этот участок земли он получил еще в 2006 году как молодой специалист из села Конь Пестричинского района. Удивительное дело, молодой специалист живет и работает в одной деревне, а земли от государства получает в другой, в той, что покруче будет. Еще один участок земли в том же элитном поселке Званка семья Дьяровых обрела уже в статусе многодетной семьи. Практически в центре поселка Пестрицы, рядом с домом бывшего главы района, вон он стоит с желтой крышей, есть одна большая огороженная территория. Здесь примерно 23 сотки земли. Ее выделили всего лишь одной многодетной семье. Согласитесь, весьма щедрый подарок. Таких привилегированных многодетных семей в Пестричинском районе, к сожалению, а может быть и к счастью, только две. Это семья главы и районного прокурора. Выделение участков нужным людям в Пестрицах стало уже обычной практикой. За бесценок участки получали руководители различных уровней. Если учесть всех знакомых и родных районной администрации, то список претендентов на дармовую землю получится необъятным. Но такую толпу с такими-то запросами пригорода Казани через несколько лет точно не хватит. Большинство договоров аренды и договоров купли-продаж земельных участков заключается без проведения торгов. Так, за 2014 год на торгах реализовано 16 земельных участков, а без торгов 56. За 11 месяцев 2015 года все участки реализованы без проведения торгов. Подобная практика не способствует пополнению местного бюджета. Земля в Пестричинском районе раздается весьма незамысловатым образом. Вот, к примеру, 23 января 2017 года некий Ильдар Шигапов получил вот этот участок муниципальной земли в той же деревне Званка от государства в аренду. Чтобы оформить землю в собственность, нужно построить на нем дом. Так вот, уже 14 августа оформляется договор купли-продажи. Это значит, что на участке к тому времени уже было возведено строение, которое через полгода исчезло загадочным образом. Но самое удивительное в этой истории то, что участок земли на территории элитного поселка в лоне природы, близ Казани, площадью чуть менее 1500 квадратных метров, Шигапову обошелся всего-то в 5000 рублей с копейками. Когда здесь одна сотка земли оценивается от 100 до 150 тысяч рублей. Рыночная стоимость такого вот участка в 15 соток – 1,5 миллиона, как минимум. Отсюда возникает вопрос, как можно получить 15 соток муниципальной земли в пригороде Казани всего за 5000 рублей? Кто этот загадочный господин Ильдар Шигапов, имеющий такое влияние и такие связи?
Как оказалось, Эльдар Шигапов – фигура весьма знаменитая и не только в районе. Учредитель множества компаний, в том числе и ДСК «Прогресс». Сокурсник нынешнего главы района Эдуард Диярова по аграрному университету Эльдар Шигапов в зону критики антикоррупционных служб попадал не раз. Согласно отчетам Федеральной антимонопольной службы, именно компании ДСК «Прогресс» отводились объемные муниципальные контракты в районе, в том числе по капитальному ремонту школ в деревнях, работы по благоустройству территорий, содержанию дорог, тротуаров в самом селе Пестрецы. Только в 2014 году «Прогрессу» отошли контракты почти на 20 миллионов рублей. Почти миллион рублей фирма получила за озеленение парка в Пестрецах. Только вот руководство «Прогресса» жар загребало чужими руками. Общими силами учителей, воспитателей, технических работников мы всю черновую работу выполняли. Благоустроили вот все эти территории. Просто по разнарядкам звонят из исполкома, говорят, по 4, по 5 человек. Каждый день, каждая школа, каждый детский сад выделяли столько количества людей. В то время как приближенные к районному главе фирмы гребли деньги лопатой, рядовые учителя перед важными событиями безвозмездно разгребали с улиц мусор и грязь. Теперь уже бывший чиновник районного отдела образования Александр Аргаков, который встал на защиту педагогов, за свою прямоту поплатился сполна. Он был уволен настолько быстро, что даже не успел осознать, за что. Когда я лежал в больнице, пришла делегация от исполкома для вручения трудовой книжки и распоряжения исполкома. В больницу? В больницу они пришли. Только своим. А мы работяги. Мы вот привыкли наши своим трудом, своей силой, своей энергией, наши, своим знанием. А наши, ты не наш, абсолютно не наш. Если ты не в системе, значит против нее. Председатель фермерского хозяйства Замир Гимранов на 60 сотках земли хотел бы вырастить яблоневый сад и построить в деревне цех по переработке фруктов. Есть проект, технологии, инвестиции, есть даже одобрение Министерства сельского хозяйства. Нет только подписи главы, которого почему-то даже не прельщает перспектива создания новых рабочих мест в районе. Я в этом районе 46 лет работаю, руководителем работаю. Я работал всякими главами, но такой главы, конечно, я не знаю. Для нас района только обоза, одна обоза. Ну, обидно, поскольку вот у народа сейчас без работы остались многие, серьезно. Такая же ситуация в деревне Юнусово. Когда-то здесь было подсобное хозяйство завода «Компрессор МАШ». После того, как завод избавился от своих непрофильных активов, старожилы села, которые сами создавали и работали долгие годы в этом подсобном хозяйстве, в своей родной деревне обратились к главе с просьбой передать им в управление земли и имущество. У них были грандиозные планы по модернизации ферм для крупнорогатого скота. По планам, свыше 40 человек деревенских жителей могли остаться при работе, но глава района, как уверяют местные жители, по известным причинам не пошел навстречу. Хозяйство было передано своим людям. Теперь в КФХ «Давлетшин» выращивают не коров, а овец. Из деревни Юнусово работает всего-то 3 человека. Руководителю фирмы Айрату Давлетшину, близкому другу семьи главы, все это добро упало как манна с небес. Меня обидно, за державу обидно меня. Эльзира Юзаева и Андрей Мохов, 7.